И здравствуйте, дамы и господа, с вами братья Сальниковы, Роман и Петр. Здрасте, друзья, вы на канале Disgusting Man. Мы сегодня продолжаем прохождение Dark Souls 2. Компанию мне составляет мой брат Роман, с которым мы тусили на выходных, и у него выходные продолжаются. Поэтому решил составить мне компанию. Я с удовольствием составлю компанию тебе. Давай общаться со зрителями. Давай сделаем это дерьмо. Сегодня мы продолжаем. Вот наш персонаж Тиберий. 25 уровня. Он умер, и надо вернуть ему потерянный максимум очков здоровья. Сегодня у нас по плану убийство преследователя. Ходят слухи, что это самый сложный босс Dark Souls 2, несмотря на то, что он второй по счету. То есть он фактически живет в начале игры. Угу. И мы убили первого босса по имени Последний Гигант. Первый босс Последний Гигант, понимаешь? Вот. Последний Гигант такой огромный, который топал. Который, человек-сфинктер. Да. Что еще мы сделали? Мы приволокли вот сюда вот эту дамочку. Мы освободили, открыли кузнецу доступ в его кузницу, и он теперь работает. Ништяк. А просто убежать от него нельзя, да? Можно. Ух ты, нормально. Мы про спидраны с тобой 5 минут назад разговаривали. Да, я понял тебя. Dark Souls, как ты понимаешь, излюбленная. Ну что? Тема спидранеров. Я тебя понял. Вот, ну и это будет происходить постоянно, вот эту надпись мы будем видеть, так что поверь мне. Вот, я думаю, что мы надо сейчас умрем просто и все. Рычаг завтра пропустил, блядь. Слушай, а это какой-то жирный срак. Это босс. С пикой. Ты ему прям что-то в щит бьешь, а ему наплевать. Нет, у него внизу хелсбар. Ага, все, вижу, да. Ай! Да что ж ты? It's always like this. Но вот это, вот мы сейчас столкнулись с тем, за что на самом деле Dark Souls где-то ругают. А он что, тоже упал, что ли? Вот последний кадр, который я увидел, он лежит, и рядом с ним... Тело? Рядом с ним огонек. Гадость! Да, нормально, слушай, он тебе прилепил за два удара полхота. Вон давай что? Падай, ублюдыш! Не, смотри, как... Спасибо! Да не ты падай. Да. Ну ладно. Привет! Не виделись с тобой. 100 лет! Не упади тут. Смотри, тут какой-то маг, что ли, там бегал, что-то такое. Такой выпад, блин. Ты видел? Ты видел вообще? Ну, то есть... Да, да, и вот да. Все мобы тебя вот прессуют. Ты постоянно такой, твою мать, как это бить? И что мне с ним делать? Вот. Ну, ты посмотри, ну, то есть он все время в атаке. Ну, привет, блин. Рассыпался. Ай. Да твою мать! В него! Петр, достаточно стрейфить за спину, а перекаты не нужны. Да? Он бьет по 3 раза, смотри. Да. Раз, два... И 3 последние сейчас будут за меня. Вот, я же тебе говорю. Окей, хорошо. Мальчик хочет тамбов. Знаешь, чики-чики-чики-чики-то, мальчики. Пишут то, что босс, ну, не такой же, по сути, по сложности, как и мобы, только был. Ну да. Делает он все то же самое, собственно. Ну да. Пока да. Что. Слушай, ну размахи у него большие. Да? Размахи побольше. Надо поближе подобраться. Стамина кончилась, да, да, да. Мать. Да, блин. И главное держаться за спиной. Да. Главное, чтобы он не начал фокус сейчас, ничего. Тут же, понимаешь, японская игра, сейчас боссы в 3 итерациях, короче. Такой босс потом становится сяким, потом сердитым, потом педиком. Стамина! Надо вкачивать, конечно, стамину. Во, нормально тыкал, нафиг, уходи, уходи. Сейчас он побежит на тебя. Сейчас он начнет, короче, выпендриваться. Снял чуть-чуть, да? Ну так. На пол рубля. Масятина. С левой стороны обходили.
Да, 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 слева надо ходить, видишь? Опа, слушай, нормальный выход у меня. Дерьмо! Кстати, чуть-чуть осталось. И сейчас еще раз. Да, да, все, давай, добивай. Все! Красавчик! Вообще писечка, я волновался! Не стоит, не стоит. На самом деле его тоже не помешало бы бэкстебить. О! Нормально тебя жарил. Да, это не этот громадный придурок. Он как бы знает, что делает. Ничего себе. Что я творю вообще? Жадничай, жадничай. Жадничаю. Жадничай включил. Петр, жадничай. Я не могу отпрыгнуть от него, не успеваю. Не успеваю. Не знаю, мне не нравится. А, погоди, зачем я вообще с рапирой хожу? У меня же есть копье! Крылатое копье. Копье? Да. А вот и она. Адаптивность дает фреймы неуязвимости при прикате. О! 2000! 2000 душ. Зато потух, как бы, понимаешь? Да, это было... Вот это что ли? А, да, небесная полностью вылечивает, снимает эффект статуса. Ну, это такая штука, которая нужна, знаешь, типа, вот когда уже просто уже не могу. Но с другой стороны, что сейчас? Что за эффект статуса? Ну, типа, ты, например, проклят, или ты болен, или еще чем-то, и ты выпиваешь, у тебя вылечивается все. Не только хелспоинт, но и вся фигня, которая с тобой случилась. Ну, понятно. Вот. Ну... Что это такое? Да! Да. Ты что? Что? Ты что творишь-то? Ты что? Назад! А, что ты в ловушке? Я в ловушке в полы! А, все. Блин, ну ты что, так... Ты так присел. Все, и... Я вижу. Сейчас виверна. Ты всех подвел сюда. Просто всех. И они не умирают от виверны! Но они, посмотри, они получают все-таки урон, но... Валю! Валю! Сука, нет, не выдыхай! Беги, подожди! Ааа, да что? Ты был близок просто. Я ненавижу! Твоя номер три, и это, понимаешь, мы просто бежим за душами. А там же дальше, наверное, можно куда-то ломануться. Давай попробуем. Да, ну, просто для чистоты эксперимента. Ну, вот а как, душ как можно? Как можно? Как можно? Ну, вот есть ситуация, правильно? Так. Надо хватать души и, может быть, бежать вперед. Понимаешь, о чем я говорю? Угу. Не назад ломиться, а вперед куда-то. Надо оглядеться. Я ничего не теряю сейчас, если я сейчас помру. Надо оглядеться и не оглядываешься. Так просто. Да, надо оглядеться. Ну просто я такой, ааа, ты оглядываешься, а там эти рожи такие, что? Что? Что уставился такой? Живешь оглядываясь? Ладно, я... Пофиг на все, расщепляй души боссов, качайся. А, я направо хотел уйти, направо, не вставай! А, блядь! Братан, лежи! Давай, давай, беги, беги. Все. О, она хвостом машет еще. Да. У тебя хитули, кстати, уже не так хитули много. Хитули в аду! Просто, она сейчас сожрет тебя. Да я вижу, что будет. Там это просто будет. Тихо, 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 тихо! Давай, давай, ну. Ба! Ну, ты живой. Я живой! Я жив. Я мертвый, я воскрес. Нет, ну, все. Нет! Ты был близок. Я даже чуть-чуть душ заработал, понимаешь? Но это супер туса какая-то, просто невероятная. Что это такое за хрена? Всех привел просто в одно место. Вообще. Нет, я огляделся. Я же сказал, мне надо сориентироваться на местности. И там нет прохода дальше. Там некуда бежать. Бежать надо обратно. Но есть один момент. Она тебя сожрет. Есть один момент. Есть один момент. Души остались у нее там между ног. Ну. И прыгай. И нахер идешь. Она охраняет мои души. Все. Бери души. Да, да, да. Быстрее, братан, быстрее, я умоляю тебя. Нет, not gonna happen. Все, 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 беги, беги, беги оттуда. Она тебя сожрет, реально, это вот иллюст... Да... Да... Ну у меня почти получилось!
Я просто не хочу терять пятерку душ. Ну вот как хотите. Это пятерка душ, которая сейчас... Сейчас. У меня какой-то 30 уровень, что ли? Ну не очень высокий, короче. Ну да, да, да. Сейчас сделает погоду. Ну зароляет все-таки. Быстрее. Так, 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 так. И прыгай. Все, лишь так. Забирай души, и тебе главное бежать сейчас. Так, пока... Нет, ну, спасибо. Что, ну что такое? Вот, и беги сейчас вперед, беги, беги вперед. Вот этих заманивай, сейчас смотри, последние, ну, проходят. И все, оббегай его. Я не вижу ни хера. Ну, так, блин, буквально. Их там двое, да-да-да, все. Буквально не и вижу вперед, ни хрена. Вперед, вперед, вперед. Ну... Все, меня вот так подтолкнули еще так. Качественно, сука! Ну, я же вышел! Близко, близко. Ну смотри, ты вынес. Зато я вынес душу! Реально, это стритбол какой-то просто. Вынеси душу за линию! Главное, вынеси за линию! Просто кошмар. Not again. Ты же сюда их вытащил. Я же вынес их на площадку. А, вот они. Сюда откат? Откат, да. Рыцари получили откат. Все, все, выкатывайся, выкатывайся. Ну... И опять то же место, слушай. Оборванцы сраные, своих душ нет. Ни себе, ни людям. Да. Ну все, сожми яйца в кулак и... Помоги. И помоги. Помоги, помоги, я солдат твоей любви. Все, смотри. Чувак настолько злой, что его несет птица. Птица. У него что это? Это куча оружия у него? Это куча оружия, а броня у него, смотри, кричащие чуваки. Как будто он их схватил и в себя впитал. Посмотри на его броню. На нагрудник. Жесть какая. Ну это опасный парень, очень опасный. Еще и летает. Он левитирует, да, он в себя поверил, знаешь, он чуть-чуть такой, чуть-чуть левитирует. Ну, он опасный, и, короче, с ним крайне приятно. А вон те баллисты, про которые мы говорили. Началась. Пошла руда. Слушай, может быть ему за спину заходить? Вообще не знаю, за что ему заходить. А что это за оружие? Стрельнуть, смотри, используй. Да, ага, сейчас я стрельну. Минус. Минус оружие, да. Да он все разломал уже, смотри. Так, и что дальше? И что с этим делать? Слушай, он прям реально дикий какой-то. Ядерный. Так, ну три удара, смотри. Он просто славится еще своими бешеными выпадами. И естественно, когда у него будет поменьше здоровья, он обозлится особенно. Замечательно. ЧСВ-босс пишет. Да, это супер ЧСВ-босс, он прям вот как ваш начальник. Он немножко левитирует, так буквально чуть-чуть, чисто символически, вот в 5 сантиметрах на пол-рубля. Левитирует, да, над землицей. Вот. Ну, чтобы показать то, что он лучше тебя. Да, да, чуть-чуть. Чуть-чуть. На пол-рубля тебя лучше. Да, да. О, начинается! Против часовой и впритык подходи. Против часовой? Против часовой, да. Вот, все, и упила. Стамина. Понятно. Как говорится, стамина, ты моя стамина. Вот, музыка это заиграла, которая здесь да. Сегодня мы угорали. Да. Ой, все! Ой, ну слушай, ну... Ну подожди, не отчаиваться. Братва, не стреляйте друг в друга. Слушай, какой-то светящийся вот меч. Это, да, светящийся меч, это самый опасный меч, он надевает тебя на него. Жесть какая. И начинаются проблемы настоящие. Давай пей! Хилься. И сваливай сразу же! Как скот. Ноль эстусов. Жесть какая. Я тебе базарю, это самая тварь просто. Против часовой. Да. Я сейчас против часовой иду? Да. Вот, против часовой, давай, и выпады ему. Вот, смотри, видишь? Да. Ну, задоджил немножко. Ну, задоджил. Ну, тебе нужно хильнуться. Половинку снес, сейчас он будет вообще в угар войдет. Тебе хильнуться надо. Делаю. Так, все, замечательно. Ну, это... Пошел самоцвет жизни, да, ну, это, конечно... Слушай, ну, нормально восстановил хитулик. Вот это вот опасно. Ну, кстати, немножко осталось. Он просто уворачивается еще. Да, да. Кстати, пишет то, что он не должен войти в угар, пока не насадит на голубой стержень. А-а-а!
То есть ты должен ему не дать... Насадить себя на голубой стержень. Да. Вот на этот. Да. А это подло, реально. Это супер подлый трюк с его стороны, как всегда. Такую тычку дал. Пить! Он там вовсю рубит. Ну он злой просто. Ну слушай, смотри, два удара дал. И вот тут можно зарубить его. Все! Хорош, хорош! Изи! Изи, блин, это было. Это. Я просто помню, сколько я на Xbox 360 играл, Dark Souls 2, сколько я попыток сделал! Я разбил ноутбук, который рядом лежал. Мой бросок в геймпаду угрожал жизни всему в радиусе 5 кварталов. Но сейчас, видите, с вашей поддержкой и поддержкой Романа все как-то само собой разрешилось. Да. Преследователь фактически такой: ладно, я не серьезный, а понарошку. Сейчас там чуть-чуть это, и я умру сам. Уйду просто, ты не говори никому. Хочешь узнать спойлер? Какой спойлер? Кто жена? Жена короля. Жена короля? Да. Сами, может, в Санта-Барбаре? Санта-Барбара. Да нет, ну то, что я дико горю желанием. Просто упал. А где души будут? На этой, на стеночке. Точно? Да, да, точно, конечно. Не внизу? Не внизу, их же тут нельзя достать. Я понял. Вот они! Легендарный. Вот она! Тоже не видел. А что, у нее три жизни? А, это три старта. Трое! За лайк дают глушитель в пуп. Да, нормально. Кстати, у тебя 10 кадуш, так что если ты просто, ну, проиграешь, то это будет неприятно. Да, совсем чуть-чуть. Столкни ее туда прям. Нет? Да нахер надо, один удар! Хорош. Все. Хильнуться надо. Я собираюсь. Давай! Давай! Чего ты ждешь? Она может перепрыгнуть? Опа. Да! Эй! Так. Палим! Да что же, прям тебе в топор. Прямо Маша нагнулась, а в попе топор. Да. Ого! Вот это жестко. Серьезно, да. Слушай, она сшибает эти... Ну все, говно. Понятно. Сшибает колонны, да? Да. Слушай, а если... Счет 1, челики 0. Да. Петр 1, Петр, челики. Ну, наоборот, Петр 0, челики 1. О-о-о. Отвратительно. Нормально сунул. Все, минус 10 тысяч душ. Понятно. Минус 10 тысяч! То есть ты если второй раз умер здесь, то все, души пропадают? Да, души исчезают. У тебя есть только одна попытка, чтобы их вернуть. Да, обидно, да. Обидно. Да, да, немного. То есть немножечко обидно. Немножечко. То есть, если заработать 10 тысяч, тебе нужно опять убить всех этих... Нет, не обязательно этих, можно других каких-то попробовать. Ну, понятно. Ну что, все, короче, остаемся тут, да, я предполагаю, и потом станем, на следующем стриме надо будет вернуть себе человечность и идти валить этих троих, и идти потом валить драконоборца этого, богоборца. Вот. Dark Souls 2 вернется к вам в пятницу вечером, и завтра не забудьте прийти вечером в 8 часов, для того, чтобы посмотреть, как Андрей Загудаев и Виктор Зуев начнут новый крутой марафон. Это будет марафон, это будет не один стрим, по Героям 3 мы разыграем. У нас есть полное издание, в котором мы, собственно, будем играть, и три полных издания цифровых версий, естественно, Героев 3 мы разыгрываем совместно с цифровым магазином GOG.com. Проплачено. Нет, кстати. Нет, не проплачено. GOG просто подсыпает нам призы, когда мы такие: о, эта игра есть на GOG, давай ее разыграем. Давай, GOG, алло, давай там дисков. Дисков, много дисков. Они такие: вот вам диски. Вот. А вообще, да. Да. Так что спасибо. Спасибо всех нам. Всех, всем и вся. И всякое. Всяко, да. Пока. Всем тем, кто... Челики. Всем челикам. Всем челики, пацаны.